В Жамбылской области идет активная реализация пилотного проекта, предложенного главой региона Аскаром Мырзахметова по улучшению уровня жизни населения в 10 районах. Люди на местах постепенно при поддержке государства берутся за конкретные дела и повышают свой уровень жизни. Наши корреспонденты побывали в Жамбылском районе и ознакомились, как селяне стремятся на своих личных подворьях заняться выгодным для семьи делом. Главная цель проекта – дать возможность селянам улучшить свой уровень жизни, не выезжая далеко за пределы дома. Начать реализацию этого хорошего дела было предложено в 10 районах области с 11 пилотных сельских округов. Сейчас на местах идет кредитование населения. К примеру, житель Жамбылского района Распек Иманалеев взял в рамках проекта 5 миллионов тенге и начал свой маленький бизнес. Купил 5 голов лошадей, 5 коров и 10 овец. Сейчас каждый стремится заработать себе на жизнь сам. Кто-то недалеко от дома ищет, как семье удобно. Этот проект очень практичный. Мы взялись за дело, первый приплод уже идет. Спасибо за дело. Еще одно преимущество проекта – это выдача микрокредитов под 2,5%. Именно тем, кто участвует в проекте, есть возможность выплачивать проценты после годовых каникул. В целом, по Жамбылскому району участие в проекте получили 1117 дворовых хозяйств. Все они планируют работать по 5 направлениям. Но вначале пришлось организовать свой сельхозкооператив. На сегодня в нем числится 107 членов. Выделено сельхозтехники на общую сумму 100 миллионов тенге. 20 миллионов пойдут на обработку приусадебных участков дворовых хозяйств. Туда входят и закупки необходимых семян, удобрений и химикатов для обработки растений. Мы помогаем людям с техникой. Потом каждый по возможности будет сдавать часть своей продукции в наш кооператив. Ожидается, что в результате реализации пилотного проекта увеличится число мелких предпринимателей, а объем выпускаемой ими продукции вырастет на 34%. Наряду с этим увеличится и количество мелких цехов по переработке молока и мяса. Кулеш Умурзакова, Шингисхан Кенисхан, 77 News.